Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я больше чем уверен, что у многих из вас слетели ваши достижения в клане в отношении медалей прям совсем на ноль. Многие из вас вышли из клана автоматически, причем ваши главы кланов уверяют, что они к этому не причастны, это действительно так и есть. Ну и перед тем, как мы это все с вами обсудим, и я донесу вам информацию, которую получил от разработчиков, хотелось бы сделать несколько объявлений. Первое. Сегодня фугасу полгода. Это информация для тех ребят, которые интересуются его судьбой. Нам исполняется 6 месяцев, сегодня такой себе мини-день рождения, весим мы чуть более 6 килограмм. Фугас передавал огромный привет и огромную благодарочку за ваши донаты ему на мяско и что-нибудь другое вкусненькое. В общем, с ним все хорошо, все нормально, мы растем, играемся, ну и порой не даем мне нормально отдохнуть в то время, когда я могу попробовать это сделать. Теперь, ребят, информация для тех, кто хочет проходить клановые боевые задачи выполнять, кто хочет проходить всякого рода квесты на получение вот этих вот осколков Фортиума для того, чтобы проходить второй сезон. Ну и понятное дело, что в клановых боевых задачах вы можете каждый день забирать по 32 осколка вот этого вот Фортиума. Ну и за неделю вы можете забирать целых 320. Так вот, ребят, если вдруг у вас нет клана, вы в нем не состоите, или если вдруг вы состоите в клане, но не настолько результативен, чтобы закрывать всю неделю, отправляйте заявки в кланы, которые я создал. А именно, клан GSN Fun. Вот его название. Клан, который я создал вчера, GSN Star. Там точно такие же правила, как и в GSN Fun. Присылаете свои просьбы принять в клан. Я отвечаю вам правилами клана, вы читаете их, соглашаетесь с ними, ну и, соответственно, становитесь участником данного клана. Статистика нас не интересует абсолютно, но у вас должно быть более 1000 боев на счету. Имеете менее 1000 боев на счету, это не есть проблема. В ближайшее время я создам GSN Go Up. Туда будут приниматься игроки, у которых количество боев менее 1000. Этот будет клан организован специально для тех ребят, которые только начинают играть. Короче говоря, ребят, ждем ваших заявок, принимаем всех желающих. Главное, чтобы вы мыслили точно так же, как и мы, имели такие же моральные убеждения по жизни, как мы, для того, чтобы мы с вами дышали в одну сторону. Ну а теперь, что касается самой новости в отношении того, какие проблемы сейчас есть с кланами. По состоянию на вчера на вечер у меня в клане было 38 человек. По состоянию на сегодня на утро было 29 человек. Таким образом, получается, что часть игроков автоматически за ночь вылетели из клана, начали мне писать по поводу того, что я их необоснованно удалил. Ну, в общем, факт в том, что никто никого не удалял. Есть сейчас технические проблемы на серверах. Разработчики пытаются эти проблемы решить. Я с ними переписываюсь на данную тему. Получил от них заверение по поводу того, что помимо ранее обещанных компенсаций будут дополнительные компенсации, то есть будет второй транш компенсаций для всех игроков, у которых, ну, встряли, можно сказать, да, то есть получили недобор ввиду вот этих технических всех неурядиц на серверах. Что касается игроков, которые были в клане, те игроки, которые из клана не вылетели, они остались с нулями. То есть у нас сейчас по нашему клану, допустим, везде нули, ну кроме тех ребят, которые за утро быстренько там что-то где-то как-то подобивали. Все остальные с нулями висят. И, ребят, не переживайте, разработчики пообещали, что все дело это они компенсируют. Я бы рекомендовал вам, если вдруг в ближайшие 2 дня компенсацию вы не получите, на всякий случай оставить заявку в центре поддержки пользователей. Что для этого вам необходимо? Вам необходимо в центр поддержки пользователей обратиться. Делается это следующим образом: если вдруг не знаете, нажимаете настройки и в настройках нажимаете поддержка. Вас перебрасывает на сайт, на страницу центра поддержки, и там создаете соответствующую заявку в нужной категории. Что касается того, что вам необходимо обязательно указать. Вам необходимо обязательно указать приблизительное количество медалей, которые вы потеряли. Главам кланов, если вы ими являетесь, необходимо в ЦПП написать, сколько приблизительно уровней было закрыто вашим кланом по состоянию на момент полного падения вашего клана в ноль. И обязательно, вне зависимости от того, вы глава клана или вы его участник, вы должны написать, с каким кланом конкретно есть проблемы. Название вашего клана и обязательно указать тег вашего клана. В моем случае GSN нижнее подчеркивание FAN и GSN нижнее подчеркивание F, это тег вашего клана. Вот эта информация
информации для разработчиков вроде бы должно быть достаточно для того, чтобы рассмотреть заявку и провести компенсацию, или по крайней мере вы потом сможете сказать, что я обращался, но компенсация так и не пришла. Поэтому ждем 2 дня, и если что, не позднее вечера четверга, давайте будем штурмовать ЦПП все вместе. Что касается того, о чем я говорил, ребят, ждем ваши заявки в мои кланы. Название кланов вы видите сейчас на экранах. Это GSN Fan, GSN Star, и, как я уже сказал, в ближайшее время еще будет GSN Go Up, но там мне необходимо подкопить серебра для того, чтобы можно было создать сам клан, привязанный к конкретному игровому аккаунту. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.